Путешествие во времени – наверное, самая загадочная и интересная вещь во всем мире. И если вы раньше думали, что путешествие во времени невозможно, то вы глубоко ошибались. Есть ряд неисключаемых последствий путешествия во времени, которые могут привести к апокалипсису. К примеру, последовательность событий неизбежна, что означает, путешествие в прошлое управляемо. Но никакими действиями ход событий изменить невозможно. А если возможно, то, как я уже сказал, это приведет к апокалипсису. Но я думаю, если вы смотрите сериал Flash, то вы знаете, о чем идет речь и что будет, если нарушить ход событий прошлого. Лайк, если смотришь Flash. Ладно, не будем далеко заходить в науку, я здесь, чтобы научить вас отправляться в прошлое. Потому что я уже научил вас летать, я научил вас определять, сколько процентов людей могут посмотреть видео, например, это. Теперь моя задача научить вас отправляться в прошлое, вплоть до 15 секунд. Видите это чертово окно? Если это видео соберет 1000 лайков, то я прыгну с этого окна. Вы спросите, почему я так уверенно говорю? Потому что я знаю, что мы не соберем 1000 лайков просто никогда. Поэтому я спокоен. Я включаю вам это видео и ухожу. Оно в конце видео, я вернусь. Поехали, ребят. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Итак, как вы только досмотрели это видео, теперь посмотрите своим периферическим зрением, то есть зрением, которое находится у вас сбоку, то есть вы не обращаете на это внимания, и такое ощущение, вернее даже не ощущение, а реальное чувство, что вы возвращаетесь в прошлое. Вы смотрите вдаль, и у вас все идет вдаль, но периферическое зрение отдаляет вас, и такое ощущение, как будто вы перемещаетесь со спиралью, такой, господи, это...
Невероятно. Если у вас было такое ощущение, ребята, ставьте лайк. С вами был FXI. Пишите в комментариях свое мнение об этом видео. Не благодарите, что я вас научил возвращаться в прошлое. Это ж я FXI, господи. Для меня это несложно. Всем спасибо за просмотр и всем пока!